Всем хеллоу, с вами Черке, и сегодня я буду снимать видео про муравьев. Нет, не так, как я буду ловить их, это будет слишком скучно. И вообще я не смог тогда это видео снять, и лучше всего снять просто у меня в комнате здесь про муравьев. То есть все частично то, что касается моих новых муравьев. Муравьи в форме коруфа, они у меня переселены сюда. И матка Люся, она у меня теперь стоит вместе с ними в темном месте. Я вот приобрел новую такую стоянку для этих колбочек, и теперь им намного лучше стало. Муравьи в форме коруфа у меня еще и новые, поэтому некоторые я поймал вместе с клопами, поэтому они их теперь едят. Люся поживает неплохо, но у нее крупный расплод, но пока что муравьев еще нету. Вон то яйца у нее лежат. Ну, собственно, она их носит и делает все, что угодно с ними, все, что хочет. В общем, что хотел я сказать по поводу моего конкурса. Я пока только что мне известно, короче, то, что будет участвовать два человека. Это Бравлер Найк и Ник Мапс. То есть, да, я хочу сказать то, что чтобы еще кто-то третий поучаствовал, чтобы битва была честная. Вы говорите то, что друзьям, кто любит Майнкрафт, там у Ник Мапса есть друзья, они играют в Майнкрафт. Если нужно, я переведу вам это на компьютер, я умею это все делать, могу вам для компьютера сделать мод. Но если вам хочется, я вам сделаю больше модов, но это будет потом. Так что лягушки, я думаю, вы делайте сразу же. Ну, не будем отрекаться от темы, я буду продолжать. Я вот здесь поставил наших садовых муравьев. Ой, и их у меня уже очень-очень много. Так, муравей, осторожно. Вот так, все. Сейчас аккуратно перенесу здесь стекло. Их у меня здесь уже серьезно много, около 200 точно есть. Но это был не расплод, я их просто наловил. Видите, они там копошатся, все делают. Я им поставил кормушку, поилку с сахарным сиропом. Я вот его приобрел, шприц у меня есть, куда я заливаю. Ну, старый дом в форме кируфы уже ничейный, там никто не живет. Это просто баночка с песком. Кстати, песок там еще был какой-то отравленный. Может быть, им это очень мешало. Но теперь они у меня живут в инкубаторе, пока не расплодятся, пока не выберут себе матку. И я еще хотела сказать, кто начинает разводить муравьев или планирует, я знаю, как вам это сделать абсолютно бесплатно. Ну, в общем, вы смотрели видео с Люсей, и, я думаю, заметили, как я делал инкубатор. Вы даже... Точнее, я даже вам показывал прекрасно, как его делать. Ну, в общем, я еще хотел сказать насчет лета. Лед – это когда матки спариваются с другими муравьями, и они основывают новые колонии. У формики Руфы это, кстати, очень это заботливый муравей, то есть за ним надо много ухода, чтобы... Очень много было на нем ухода, поэтому я их поставил в простейший формикарий, и вот они там кушают своего клопа. Лед у них будет в июне, можно даже с конца мая по начало августа, июля, вот. И тогда получается все. Они будут летать, вы найдете матку, определяете по красному цвету брюшка, точнее не брюшка, а спинки у него так вроде бы как красный цвет, видите, рыжие красные эти муравьи лесные в форме коруфа. И забираете эту королеву и можете потом ее сунуть в этот инкубатор, и она будет нести яйца. Главное поставить в темное место, что я раньше этого не делал. Я теперь даже делаю с муравьиной фермой эту штуку. В общем, нужно нам самое главное ставить их в темноту, чтобы был быстрее расплод. И еще об одной моей ошибке хотел сказать. Матку кормить не надо, пока не появится хотя бы два новых рабочих. Тогда уже можно потихоньку кормить. То есть нельзя ее кормить до двух рабочих. Но я думаю, еще есть у меня время до двух рабочих.
Ну, я покормил заранее. Ладно, она все равно как-то не кушает это все. И, в общем, без разницы. Так, что у нас там с садовыми муравьями? Они начинают у нас рыть. Начинают рыть норки. Тут, я не знаю, видно, не видно. Вот норки, 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 норки. Вот они все ходы. Норки роют себе комнаты. И вот так вот прикольно это все выглядит. Это у меня смесь земли с песком. Здесь у меня поддерживается влажность из губки с сахарным сиропом. Они там все пьют. Ну, я думаю, рассказывать больше про моих муравьев больше не нужно. Я хотел просто сообщить. И еще вернемся к нашему конкурсу. Еще немножко я не договорил. То, что у меня сейчас, я работаю над двумя модами. Первый мод есть, я над ним работать не могу, я его закончил. Но есть у меня еще несколько модов. Есть у меня моды. Первый мод, это я разыгрываю мод на еду, это очень хороший мод, он у меня очень хорошо, прям прикольно развился. Я там добавляю и кухонные блоки, но краников никаких, там печек не будет. Рецепты на печи, там разные сырки, мороженое и очень много нового другого. И также мод на яблоки и их усиление. В основном у нас есть редстоун, яблоко железное, изумрудное и каменное. И вот эти вот яблоки... у нас еще можно тремя типами улучшить. Ну, дальше там стихийные яблоки и прочие разные другие яблоки. Также два новых вида зомби. Я, в общем, вам все рассказал. С вами был Ящер К. Подписывайтесь на мой канал. Не будем тянуть. Всем пока. А также я хотел сказать про мою новую колонию муравьев. Я подселил к Люсе больше жнецов.